Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, и сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы с вами посмотрим на игру «Тишина». А вышла она у нас вчера, хотел еще вчера ее посмотреть, но не было времени, поэтому запускаю сегодня с небольшим запозданием. В общем-то, что ж, инди-проект какой-то в жанре приключения, будем решать какие-то головоломки, насколько я знаю. Ну что ж, здесь сразу бросается в глаза приятная музыка и хорошая графика, точнее, наверное, бросается в уши хорошая музыка, а в глаза графика. Как минимум любопытно, поэтому давайте запустим новую игру, да посмотрим первые там сколько минут, 40 геймплея, 30, ну насколько там можно будет понять вообще. Dedalic Entertainment представляет. Игра марка Хелена. Так, интересно, это подфриживает само по себе так или это... FPS не показывается, к сожалению. Но надеюсь, это не из-за графики такие подвисания. Рейни? Рейни, бежим в укрытие. Ну, начало достаточно серьезное, конечно. Тишина. Получается, мы будем играть, наверное, за старшего братика с сестренкой. А может, чередоваться будем, кто его знает. Может, как в братьях будет здесь. Как у вас в той игре прекрасной. Brothers, или как она там называлась. Ну, точное название не помню, на канале это было. Как же я там в конце-то ревел, ё-моё. Нужно уходить. Здесь так тесно и пыльно, мне нечем дышать. Это ужасно. Ух ты, у нас еще выбор диалога будет. Отлично, ну давайте смотреть. Смотрите, еще ролевой, да, элемент здесь присутствует тоже. Я думал, исключительно будет hidden объект искать и все. Так. Давайте поддержим ее. Скажем ей, что ты справишься со своей клаустрофобией. Мы справимся, Ренни.
Мисс Кло говорит, что здесь опасно. Но на самом-то деле она права. Неизбежна только смерть. Все равно здесь безопаснее, чем снаружи. Можно убежать в лес, спрятаться там. Нет. Можно вернуться в приют. Наверняка Сара и Мари нас ждут. Мари, наверное, все-таки. Мари. Мы застряли здесь, неужели ты не понимаешь? Все, кто остался снаружи, погибнут. Все до одного, маленькие девочки не бессмертны. Они взорвутся, как и все остальные. Я не хотел. Ренни, я не хотел тебя пугать. Ренни, прости, забудь, что я сказал. Все хорошо, здесь ты в безопасности, клянусь. Как мне утешить Ренни? Щелкни по земле, чтобы переместиться к указанной точке. Ага. Ну все, подсказку-то можно убирать уже. Наведи курсор на один из доступных объектов. Ну понятно, то есть давайте смотреть носок. Смотри-ка, здесь ведь носок, который я потерял неделю назад. Вряд ли я найду его пару. Носки делают парами, но один всегда теряется. Поэтому нужно носок в носок вкладывать. Да, немного грустно. Ну, хотя бы телевизор у нас есть. Может, включим? Может быть, найдется что-то интересное? Ладно, давай сделаем что-нибудь, чего мисс Клок в жизни нам не разрешила бы. Сегодняшняя битва завершилась массовыми потерями. Число жертв пока неизвестно. Бомбардировка с воздуха продолжится еще какое-то время. Ну, теперь понятно, там будут новости все об одном. Абажур. Ты ведь любишь театр теней? Смотри, Ренни, слоник. Угу. Никогда, может, просто пообщаться. О, в шкафчике что-то лежит. О, разбитое зеркальце. Может, зеркальце возьмем, пускай поиграет. Порежется еще, не дай бог, да? Странно, что, зачем оно нам нужно? Можно солнечных зайчиков попускать. Обычное зеркало. Интересно, а здесь вообще возможно объект на объектом накладывать, допустим, использовать? Ну, хорошо, давайте поищем, что здесь может быть. Шарики какие-то, ну давайте их тоже. Вот как это работает. То есть ей можем дать, да? Кажется, в этом месте можно сделать что-то особенное. Перетащи и совмести оба символа, нажми левую кнопку мыши. Подсказка, контуры можно отключить в настройках игры. Кстати, я вспомнил, что всегда веселит Ренни. Угадай, кто я? Ну? Ты на него совсем не похож. А теперь? Нет, у тебя даже помпончиков нет. И где капель? Где же мне найти шапку с помпонами? Не говоря уже о зеленой супер чего-то там. Так, кстати, в настройки давайте-ка я загляну. Там были какие-то такой пунктик. Мне хотелось посмотреть, что это вообще такое. В принципе-то... Это, наверное, в подсказках? Нет, не в подсказках. Подсказки, кстати, все включены были по умолчанию. Ах, это было, по-моему, даже в языке. Быстрые субтитры какие-то. Что это такое? Мне кажется, это чтобы сразу целиком появлялась надпись, а не по одной букве вот так вот сплавало. Это если так, то хорошо. Чтоб я примерно сразу видел текст... Потому что по пол приложения. Предложение неудобно читать. Ух ты, это что? Нет помпонов. Мы должны помпоны найти. Голова ослика, кстати, это что? О, у него голова с помпонами. Теперь не могу дурачиться, но для Ренни постараюсь. Так, где эти шарики лежат? Или просто с ней теперь, наверное, пообщаться. Давайте попробуем, ну-ка. Привет, Ренни. Привет, Седрик. Как дела у Капля? Спросишь у него, когда он появится. Куда шарики-то положил? Куда он их закинул? О, абажур, ну-ка. Такого, как Капель, нужно найти.
Получится отличная носочная капель. Во, точно. Из носка. Та-дам! Сегодня мы выполняем все пожелания публики. Я хочу историю о безмолвном мире. Правда? Не хочешь, чтобы тебе пропукали песню? Нет. Прошу, расскажи историю про Капля и Седвика. Ладно, итак, история о Седвике. И безмолвном мире. Конечно, и безмолвном. Прости. Безмолвном мире. Седвик был клоуном, который никогда не смеялся, и не любил, чтобы смеялись над ним. Он оставил дедушку, брата и цирк, чтобы пойти повидать мир. Но он был не один, ведь с ним был верный друг. Капль. Капль тоже помогал Седвику, и он превращался в разные штуки. В конце концов, они добрались до короля безмолвного мира. Тебе нужна корона и еще что-то для пророчества. Не все сразу. Сначала корона. Абажур сойдет, мне кажется. На корону немножко смахивает так-то. Прилнул такой. Очень похоже на корону. А вот же она. Вот так, да, король безмолвного мира. Он был добрым королем, но сильно захворал, а вместе с ним начала страдать и страна. Поля увяли, стены и города осыпались. Все пришло в упадок и разрушилось. Если бы король поправился, тогда бы расцвел и весь безмолвный мир. Седвик хотел достать для него эликсир жизни, как и предсказывал старый оракул. Шана не старая? Верно. Она скорее вечная. И таинственная. А где ее хрустальный шар? Лампочка, скорее всего, да? Похоже очень. Ну, точно. Ну, привет, хрустальный шар. Разве у Шана был такой шар? Конечно. Был где-то припрятан. Таинственная Шана предсказала, что Седвику суждено спасти короля, но при этом он уничтожит безмолвный мир. Конечно, он в это не поверил. Он ведь хотел принести королю эликсир жизни, да? Да, прибыв в замок, он понял, что Шана была права. Ты помнишь, что ожидало его в тронном зале? Что переворачивает все вокруг, при этом не двигаясь? В тронном зале не было короля, только зеркало. Сейчас все объекты здесь перетрогаем такими темпами. И когда Седвик осмелился заглянуть в зеркало, он не увидел клоуна в шапке с помпонами. Он увидел больного мальчика, готового, наконец, снова открыть глаза или закрыть их навсегда. Этим мальчиком был ты. Ты заболел и долго спал. А Седвик, Капель и безмолвный мир просто тебе приснились? Да. И что? Что же сделал Седвик? Он разбил зеркало и погубил свой мир. Чтобы спасти тебя, ты был королем безмолвного мира. Ну, хорошее вступление такое, знаете. Обучение нормально, в принципе. Приятная игра. Под шквальным огнем. Черт. Рэнни? Рэнни, что с тобой? Рэнни? Сражаясь с третьей волной. Удерживая кнопку мыши, плавно двигая мышь в обозначенном направлении. Ничего себе, как это работает. Давай. Ох, тяжело бывает очень. Войска ожидают приказаний. Рэнни? Где ты? Тяжелые потери. Для вывода подсказок или подсвечивания активных зон нажмите среднюю кнопку мыши, хорошо? Яростные штурмы. А, подсказочки можно, да? Если вдруг не можешь найти что-то. Ослик. Ах, ослик.
Точнее, то, что от него осталось. А темнота нам никак не поможет под шквальным огнем. Где ты? Одно и то же повторяют, я так понял теперь, да, не? Это что у нас? Бетонную плиту мы только что выкинули. Телек можно выкинуть, чтобы не нагнетал, наверное. Что? Нет, походу нельзя. Давайте посмотрим сюда. Странно. Ну, ладно, давайте с плитой что-нибудь поделаем, может. Подвинем ее куда-нибудь. Давай, давай. Давай. Да слушай, тебе сложно двигать. Я не могу, он слишком тяжелый. Ну, давай, держись. Крепче держись. Надо ее вверх поднять, у меня мышки не хватает. Так, ну, по сути, так-то тут все, да, и только вот. Только зачем нам эта плита? Ну, по сути, мы ее просто выкинули. Может быть, здесь есть какой-то проход вниз, так-то. Или под ней что-нибудь. Ох, слава богу. Из этого носка я сделал куклу Капля. Похоже на яйцо, из которого вылупилась капель. Как странно. Капель? Ты там? Но, Ренни. Слава богу, ты жива. Где ты? Но. Дурацкая рухлядь. Выруби его. Умолкни же. Так, по сути у нас есть только яйцо, да? Может голову устрика? Ничего нового. По идее мы можем сейчас только орать в темноту и все. Ну либо идти в темноту. Давайте. Ну и все. Выключи этот телевизор, все средства хороши. А, то есть мы его должны сейчас чем-то разбить. Ну, подождите, а как использовать предметы? Как это сделать можно? Заткнись наконец. А, то есть просто несколько раз одно и то же, понятно? Замолкни. О, понятно. Давайте еще пинать его. Развалина поганая. Замолкни. Заткнись. Развалина поганая. Молоток, точно. Вот это хорошо. Но держись. Так, молоток держим и перетягиваем сюда. Угу. Сдохни наконец. Вот как это все работает. Пинали, а тут же молоточек появился. Слушайте, пока очень все интересно и очень хорошо сделано так. Не особо так сложно, ненавязчиво. Что это? То есть в случае чего раз так себе сделал, да? Не надо сидеть и 3 часа эту картинку все изучать своим курсорчиком. Это достаточно хорошо. Что просто, если хочешь историю посмотреть, интересно. Сюжет. Таким образом, подсказочки себе. Что? Где я? Здесь повсюду штуки из безмолвного мира. Это сон? Мы попали в этот безмолвный мир, получается, теперь-то. Цирковой вагончик. Мой старый фургончик. То есть, старый фургончик Седвика. Так, это переход, да, обычный? Надо просто пока что изучать. Вот источник какой.
Фу, гадкая липка. Прежде чем идти, давайте просто посмотрим. Я знаю, что это. Этой штукой Седвик разбудил Каиду. А, мы статую уже использовали. Рельсы. Она прошла здесь. Хорошо, давайте по чуть-чуть, помаленьку передвигаться. Ой. Давай, не падай. Надо было нам на зонтик, наверное, прыгнуть. Хотя нет, на глобус все нормально. Я могу прыгнуть туда, если совладать со страхом высоты. И вообще со своими всеми страхами. Ой, ой. Уф. А как я должен? А, о, просто балансировка. Да тихо ты, стой, 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 стой. Как же это тяжело-то, а? Давай, давай, ты сможешь? Молодец. Красавец. Отлично. Здесь мы в безопасности. Я, кстати, так и думал, что он начнет крутиться. Эй, да это же просто глобус. Я не Седвик. Да ладно, Седвик ты, признайся тоже. Сколько воспоминаний. Напоминает еженедневную промывку в вагоне. Он был ужасным скрягой. Чтобы вода не попадала после ванны, он варил из нее суп. Неудивительно, что Седвик пожертвовал безмолвным миром. Мама дорогая, там что-то шевелится или мне мерещится? И что из этого страшнее? Так, мы по сути все здесь изучили, ничего не пропустили. Прошлый раз, когда я видел эту броню, ее носил повар. Надеюсь, он уцелел. Кто ты? Рейни, что ты здесь делаешь? Нет, останься там. Что-то у нас капитально, по-моему, это... глючит. Ну давай уже. А, может вниз просто потянуть? Нет, надо на себя конкретно. Давай. Надо прям посильнее его дернуть прямо так. Ужас. Ну сколько можно-то уже? Я уже... у меня не хватает коврика мыши, чтобы его дотянуть. Во, наконец-то. Не верится. Ого, так это еще и кислота. Самая натуральная. Если сейчас балансироваться придется, это будет очень жестко. С их стороны нет, пока что сами по себе идем, это радует. Ага. Планетарный механизм. Он не настоящий, сейчас нужно думать о Рене. Вперед! Дальше! Кто сказал, что он не настоящий? Если ты по ним лазишь, ты их трогаешь, как так может быть-то? Игра, кстати, собой представляет еще и жанр фэнтези. Это тоже очень-очень хороший такой фактор, приятный. Фэнтези игры я обожаю. Ого! Как будто во сне. Кто ты? Кто ты? Где я? Назад не поворачивайся, тоже. Голова такая здоровая. Этот свет, цвета, запах. Безмолвный мир. Что за чертовщина? Я решаю, что видеть во сне. И я не желаю видеть дурацких бабочек и радуги. Я хочу вернуть сестру. О, нет. Тихо, пригнись быстро. Еще и на время выбора дают нам все. Выглядит страшно. Я думаю, лучше спрятаться.
Господи, что это было? За сердечко. Ух ты. А ты молодец. Что? Послушай. С искателями шутки плохи. Да, это уже понял. А что они ищут, кстати? Важнее вопрос, что потерял ты? Сестру. Она примерно такого роста и... очень храбрая. Ты ее видела? Она прошлась прямо через пасть мертвеца. Челюсти еще шевелились. Что? То есть, червь был еще жив? Не понимаю, как тебе удалось выбраться из мертвеца с живым, а уж тем более убить его. Видимо, тебе улыбнулась удача. Надеюсь, она тебя не отвернется, иначе далеко тебе не уйти. Кстати, твоя сестра безопасности, один из моих людей, сопровождает ее в тайный наш лагерь. Где он? Не могу сказать, он ведь тайный. Что значит один из твоих людей? Эй, кто ты такая? Если бы они хотя бы чуть-чуть помедленнее говорили... Пошли! Эй, погоди! Вообще бы цены бы не было прям диалогом. Читать, конечно, можно сносно, но когда заковыристые слова появляются, которые вымышленные, сложновато. Как она забралась? А что еще важнее, как мне туда забраться? Сейчас что-нибудь придумаем. Похоже, его давно не поливали. Это грибочек у нас. Что, лужа? Красиво. Очень. На самом деле красиво, согласитесь же. Посмотрите на этот прекрасный вид. Так. Комок шерсти. Может, он поможет мне подняться? Или нет? Надо ему что-нибудь дать. Червю назад и не пойду, ни в коем случае не надо. Так, что здесь вообще имеется у нас? Лужица, гриб, ага, то есть... Я бы на самом деле попробовал гриб ему перетянуть, может он кушать хочет, но нет. Можно было бы водой плеснуть. Как же мне забраться туда без веревки? Боюсь, я бы и с веревкой не забрался. Может мне действительно придется назад возвращаться к червю? Может там какой-нибудь объект надо будет взять? Давайте еще сейчас посмотрим здесь. Так, ну так-то я все использовал. Тут посмотрел все, что можно. Походу, действительно, только вернуться. Ну ладно. Как бы мне этого не хотелось. Ага, а здесь так-то много всего. Ну хорошо, давайте смотреть. Голова статуи пододвинуть можно. Можно здесь что-нибудь использовать. Гриб. Тебя тянуть можно? А! Они что, из резины? Такой звук был, шлепок прям, действительно, как из резины. Ну-ка, ты покрупнее, может, и более трухлявый. Резиновые поганки. Ну-ка, теперь самый здоровый. Давай, давай, давай. Ну, еще. Слушайте, он не хочет ничего. Ну-ка, подожди-ка, иди-ка сюда. Не. Бесполезно. Ну ладно, цветочек. Конечно, раз уж по стене не подняться, можно нарвать цветов. Но мы туда голову, наверное, подкатим, да? И по ней взберемся, я так понимаю. Ну еще посмотрим, что здесь есть. Не хочется же. Мироточец это назывался. Я его немножко не так, по-моему, озвучивал, когда они общались там. Ого, ну оно так-то слишком тяжелое. У меня силенок-то не хватит. Давай, давай. Да не. А это поможет мне забраться, если я смогу подкатить ее поближе. Как мне не хватает капля. А, кстати, у нас же есть. Ип. Капля, это ты? Ип. А разумеется, ведь это безмолвный мир. Это ты. Правда ты? Давай, ты вылупишься и поможешь мне. Что? Почему нет? Погоди-ка. Я тебя оттуда вытащу. Я не стану бросать туда капли. А, то есть мы сейчас должны разбить ее просто. Так, в сиротском приюте разбивают яйца, об лоб следующего ребенка в очереди. Ни царапины. А чего еще ожидать от яйца капля? А если под нее? Ой, я не туда пошел. Заросли. Я хотел под голову. О, это еще что за... Что, кушать хочется? Намек такой, да, нам, что ли?
Ну-ка. Может, ты зубами разобьешь? Уютное теплое гнездо. Вот и все, что тебе сейчас нужно. А, он сам вылупится. Ого, черт. Ну погоди, я затащу туда это яйцо. Выбирайся оттуда, скорее. Ну погоди, я затащу туда это яйцо. Как его оттуда теперь? Так, ну это только посмотреть можно, к сожалению. Я бы его водой сейчас окатил бы, может, помогло бы. Далее посмотрим, что здесь есть. Вот он, да, червь наш? Иди-ка сюда. Тобой мы будем заманивать. Не успели. Ого. Сейчас или никогда. Давай, давай. Есть. Выпрямляйся поскорее, ладно? Мелочь такая. Капли. Это ты, правда ты? Иди сюда. О, черт. У нас проблемы. Плохая мама. Фух, пронесло. Отличная пробежка, если учесть, что ты только... Что выпуск, такого я еще не видел. Ладно, давай-ка делать ноги отсюда, ты готов? Найди курсор на капле, перетащи курсор вниз, удерживай кнопку мыши, чтобы капль стал плоским. Ого. Круто. Плоский как блин. Ага. Так, еще раз. Капль может решить некоторые задачи. Управляя каплем, щелкни по огромной каменной голове, чтобы он залез под нее. Попробуем так. А он сильный, получается, если он сейчас сможет поднять. Ого! Задачки такие, да? Так, а капля надо забирать, или он уже с нами? Заберись на стену. Может, мне его стоит забрать? Или он сам за нами полезет? Сам бегает. Отлично, даже не надо о нем беспокоиться. Ну что ж ты? А как же нам поднять тебя наверх? Подожди здесь, ладно? Я сейчас. У нас же клубок ниток был какой-то, надо было это, им воспользоваться. Кинули веревочку сверху и все. Эй, ты почему так быстро убежала? А ты чего так долго? Где Ренни? Встретимся с ней, когда я взорву этот мост. Когда что? Ты что, самоубийца? Ты убил Ренни? Что за чушь? Я Кира, лидер повстанцев. Я не убийца. Ладно, ладно. Я не уйду, пока этот мост не взлетит на воздух, ясно? Абсолютно. Чему ты вообще об этом заговорила? К тому, что ты мне поможешь. Черт, свет погас. И... Что это значит? Что искатели идут. Подержи-ка минутку. Зачем? Что это? Просто прижми как следует. Уточню на всякий случай. Это какая-то бомба? Да. Хорошо. Вы повстанцы, и вы хотите взорвать этот мост, ясно? Вот именно. Ты взяла Ренни в заложники, чтобы вынудить меня тебе помогать? Ага, мы уже давно ждали героя вроде тебя. Так почему я должен тебе помогать? В этом мире остались только искатели и повстанцы. На чью сторону станешь ты? Кто такие эти искатели? Марионетки, королева лжи. Они подчиняются только ей. Готово. Теперь должно сработать. Хочешь ее взорвать? Конечно. Давай.
Я так понимал, я сам должен был ложить. Пригнись! Да что такое? Почему эта штуковина не рушится? Я удерживаю то кольцо. Нужно взорвать его тоже. Взрывчатки у нас достаточно. Но детонатора нет, придется сделать все вручную. Совсем с ума сошла? Ты камикадзе? Нет, я патриот. Мама дорогая, я не позволю, чтобы мой билет Крэнни взлетел на воздух. Нужно придумать другой способ сломать кольцо. Ну-ка, должен быть способ его разрушить. Ну хорошо, давайте смотреть, сколько здесь всего-то у нас. О, как много-то. Так, смотрите, там можно, да, просто поразглядывать. Что это за город? Калимар, мой дом. Его захватили искатели, осталось только горстка повстанцев. Если они взорвут мост, искатели переберутся в наш лагерь, и сопротивлению придет конец. А заодно и безмолвному миру. Что за история с бомбой? Ты что, террористка? Готовишь теракт в городе? Нет, я пытаюсь его спасти. А что обозначает тот камень? Герб Калимара и приветствие торговцам, приезжающими на рынок. Ух ты, шумовой шар какой-то есть у нас тут. А это зачем? Отвлекать искателей. Круто. Передай его сюда. Конечно. Ой. Вот молодец, это был последний шар. Извини. Такс. Похоже, проще сдвинуть эту гору, чем обрушить мост. Нет, колонны поддерживаются цепями. Если убрать их, весь мост обвалится. Прости, не захватил напильник. Летучий краб? Тыкнули в него, да? И он полетел. Ну ладно. Ого! Грибы здесь вообще опасны. Очень. Сигнальные огни. Ты сказала, что искатели явятся, когда мигнет свет? Мои люди включат красный свет, когда они выдвигаются. А до моста они дойдут за 20 секунд. Ясненько. Это что у нас? А, опять летучий краб. Но мы его уже тыкали, в принципе, ничего хорошего с этого не выходит. Во, вот это что? А, это просто перейти, да? Ну, давайте посмотрим на бомбу. Ты же понимаешь, что погибнешь, взрывая эту штуку без фитиля? Значит, я умру за Калимар. Или Килмар, как он там. А против кого вы восстали? Слыхал про королеву уже? Неважно, сколько искателей она спустит на нас, мы ее найдем и прикончим. Ладно, давайте спустимся. У нас же там еще наш этот мелкий где-то обосновался. Ты до сих пор здесь сидишь, Капль? Тебе надо как-то наверх. Давай, прыгай. Заброшу тебя наверх, как мячик. Давай, давай. Взлетай. Нет. Увы. Эх, если бы я хоть немного умел бросать. Может тебя наоборот сдуть и вот так вот, чтобы ты закарабкался туда. Не хочешь, да? Что ж с тобой сделать, Капли? Давай, запрыгни. Да нет, конечно, не сможет. Почему мы не можем просто его с собой взять и полезть, ну, залезть туда? Сейчас бы пригодилась катапульта или трамплин для Капля. Кстати, грибы резиновые. Но они слишком далеко так-то, если посмотреть. Катапульта, говорят. Может, еще раз попробовать кинуть его просто? Либо мы потом сюда вернемся за ним. Ладно, попытка не пытка. Он сдувается, да, он просто сдувается. Это все из-за плохой аэродинамики. Ладно, Капль, придется ждать тебя, я сейчас.
Видимо, мне в город нужно идти. Может быть, я действительно потом сюда приду. Как ты собираешься взорвать его? На вид он очень крепкий. Каменные колонны, цепи, стальные тросы. Лучше нам убраться во свояси. Тогда все будет потеряно, включая твою сестру. А, то есть мы вообще не уйдем, в принципе-то, отсюда, да? То есть никак. Хорошо. Вот грибочки, они хорошо. Я почему на нем на летучем крабе это испытал? Смотрите, он как бы показывает, что он хорошо катапультирует, да? Нам такой намек делает, что он садится на гриб, его как, смотрите, выстреливает. Бах, и полетел. Вот нашего бы также отправить. Но на гриб на этот не используется почему-то. Не хочет вообще ни в какую залазить. Давайте еще раз попробуем как-нибудь. Где ты, Капль? Может, тебя сплющить и потом сюда? Нет. Может, наоборот, надуть и на гриб еще раз попробовать? Не-а. А других грибов нету? Ну, увы. Может, все-таки сорвать тот гриб здоровый? Я ж пытался его сорвать-то. Оставлю тебе, Капель. I'll leave that to you, Spot. Ну-ка. Knock yourself out. Угощайся. А, он их кушать будет. Ну ладно. Фу, на вкус как с подметка, да? Фу. Да, точно как мясо в приюте. Не понравилось ему. Капель. Здесь, походу, больше делать нечего. Вот так вот может его просто использовать. Ну-ка. Лис? Я думаю, единственное, что ты не любишь, это предгурузли какие-то или что там. Предгурюсь. Нет? А, переключитесь на капли, щелкните под водопадом, чтобы открыть новую форму капля. Вот как, ну-ка. Пей на здоровье. Новая форма у него есть. Шарик плоский и водяной какой-то. Ого, не знал. Теперь его можно забросить, получается, да, наверное? Что за... А? Тащить тебя на себе просто невыносимо. Я в буквальном смысле. Ну-ка. Я не знаю, зачем я это делаю, но пускай водичкой польет. О, гриб надулся. Ого, да у тебя легкая рука, Капль. Точнее, лапа. Теперь он может прыгать, наверное, да? Ну-ка. Попробуем. Помнишь трюк Седвика с пушкой? Вот и что надо. Ого. Да, хорошо сработало. Наконец-то я его вытащил. Все, можно, значит, отсюда убираться. Может быть, даже он мне сейчас там поможет в задании с этим мостом. Либо она сейчас спустит туда уже. В Калимар, возможно. Ну, а я вообще предлагаю на этом сделать паузу. Может, не паузу, может, просто уже закончить наш первый взгляд. В общем-то, хорошая игра, мне нравится. Она очень стильная такая, интересная. Ну и, конечно, сказочная. Сказочные игры я обожаю. В общем-то, прекрасно я провел эти 44 минуты. Игра отличнейшая, хоть и инди-проект. Почаще бы такое выходило. Это я, хотя говорю, всего лишь про 40 минут. Представляете, поиграл, уже достаточно приятно в ней находиться. В общем, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс, и до новых встреч!